Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Нио. В общем-то, я попробовал пройти ту миссию еще много-много раз, и, короче, я пришел к выводу, что это невозможно. Это просто нереально с тем уровнем, который у меня, а я напомню, что у меня 130-й и с тем эквипом, который у меня имеется. Короче, я попробовал все, что только можно. Я даже использовал талисман ленности, но, по ходу дела, с патчем его пофиксили, так как он замедляет боссов только лишь на... Не знаю, секунд на 5-10 максимум. И это вообще просто невозможно. Если в предыдущих миссиях, где было по 2 босса, там бой сразу начинался с 2 боссов, или, например, вот, давайте 2 Нио разберем. Там был один босс медленный, другой быстрый, и это было возможно. Ты там пока самого быстрого убиваешь, потому что он рядом с тобой, там другой медленно к тебе подходит, то есть у тебя есть шанс их убить. Второй босс, который вот эти 2 быстрых были, да, тебе давали время убить одного, а потом только появлялся второй. Третий бой, где была Юки Онна и Набунага, там тоже, в принципе, было реально, потому что Юки Онна держалась на расстоянии, фигачила тебя с расстояния в основном. Набунага как раз-таки подходил к тебе, ты мог Набунагу убить, а потом заниматься Юки Онной, как я, в общем-то, и сделал. Там это нереально просто, они все время вместе держатся, у них здоровье овер до хера. Во-вторых, чтобы до них дойти, нужно сначала убить огромное количество фантомов, которые достаточно жирные и которые, в общем-то, все время держатся вместе. Я не знаю, как это пройти, я просто не понимаю, это фактически нереально. Да даже не фактически, это нереально, опять же, повторяюсь, на моем уровне и с моим шмотом. Я не знаю, что делать, давайте, надо проходить другие сайды пока что. Я как раз-таки, наверное, прокачаюсь, может, выбью нормальный шмот, и, может быть, тогда у меня что-нибудь получится. Давайте, я вернулся в область Тюгоку, и здесь очередной квест открылся, называется «Тайны мертвых». Оказывается, мой прадед был не только великим кузнецом, но и прекрасным воином, хоть и слегка, так сказать, эксцентричным. Он поклялся, что обучит секретам своего мастерства лишь тех, кто сможет одержать над ним верх в дуэли, поэтому даже мой дедушка многого о нем не знает. Анзин, ты, кажется, способен общаться с умершими. Если встретишь моего прадеда, вызнай его секреты, а? Ты очень силен, думаю, с тобой он бы ими поделился. Хорошо, ну давайте попробуем. Итак, где ты? У меня вон даже эликсиры заканчиваются уже. Понятно. Так, я, наверное, поставлю эти мечи. Сейчас будем их раскидывать. Тихо. Так, жахнем для храбрости. Все. Чистенько вроде, да? Теперь вы, ребятки. Отходим. Есть. Теперь эти. Вот, блин, тихо стоять. О, там что появилось. Неплохо, но меня замедлили. Подходим, наверное, давайте я вот эту тему заюзаю. Поставил быка. Ну что, бык, по-моему, самый сильный дух-хранитель, как по мне. Кто следующий? О, ёб твою за ногу, вы серьезно? Вы это серьезно, блин? Давайте лечиться. Верхняя стоечка, поехали. Отходим. Лечимся. Для храбрости. Ну, половину я там уснял, хотя бы одного нужно загасить.
О, черт. Но это будет непросто. Вот черт. Нет, 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 нет. Давай того. Да блин. Один готов. Теперь ты давай. Есть. Так, кто следующий? Вот он получается, да? Нет, 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 нет. Отходим, отходим, отходим. Надо что-то думать. Так, тихо, 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 тихо. Есть. Отходим быстрее. Вот, неплохо пока идем. Да едить колотить. Надо мелочь раскидать. О, кто-то еще? А, они появляются. Хорошо. Плохо. Да что за дела? Так, давай-ка, наверное, сделаем вот таким вот образом. Нижняя стойка, погнали. Теперь вот этого. Ну, они продолжают появляться. Неплохо пока идем, пока неплохо. Вот чё. Давайте, наверное, заберем здесь эликсир, по идее, да. Все. Охренеть, ну было тяжко достаточно. Давайте, что нас дальше ждет, посмотрим. Тебе и правда удалось встретиться с моим прадедом? Ну тогда нам есть о чем поговорить. Если он обучил тебя своим секретным техникам ковки, возможно, мне удастся ими воспользоваться. Увидимся в кузнице. Хорошо. А, ну здесь, я так понимаю, все, да? Да, здесь все, погнали в кинки. Что у нас здесь имеется? Вот очередная миссия, двое в тени. Даже не верится, что ты меня победил. Если ты и правда желаешь достичь новых высот, попробуй сразиться с мастером Ханзе и со мной одновременно. И сражаться мы, конечно, будем в полную силу. Охренеть, ну это будет тяжко, потому что вот эта вот девчонка, она достаточно жесткая. Она в додзё надавала мне по щам как-то раз. Она очень часто пользуется ниндзюцу.
должен признать, что это большая проблема. Очень большая проблема. Она постоянно кидает вот эти все сюрикены и так далее. А вот с этим мастером Ханзо я еще ни разу, кстати, не сражался. А, с Ханзо сражался, почему? Наверное, с Ханзо лучше. Ну, капец, это будет тяжко. Хотя, может быть, и нет. Так, бахнем. Нет, 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 да блин. Да, это будет тяжко, ребят. Но вот фигово то, что у них вообще, вот в принципе, все эти дополнительные миссии, которые они добавили, они все время про двух боссов. Вот все время они про двоих. Ну какой-то они, ну, дебилизм. Вот по сути вся игра была до этого честной, абсолютно честной с тобой. Но вот сейчас это превращается уже в какой-то идиотизм откровенно. Они совмещают несовместимое в основном. Двух быстрых боссов, вы серьезно? Одна фигачит ниндзюцу и даже вообще мне ничего сделать не дает, а второй, блин, меня замедляет. Ну круто, что я могу сказать? Они оба как в жопу раненые летают. Вот как я должен это делать? У меня на складе уже заканчиваются эликсиры. То есть мне придется потом опять идти и гриндить. Вот они постоянно чем-то в тебе херачат. Это было невыносимо, когда ты с Акацу сражался, а теперь они вдвоем здесь. Да блин. Один готов. Но это мне ничего не дает, она меня тоже сейчас может отмудохать.
Давай. Все, ну наконец-таки, блин. Не, ну это, блин, ну это капец какой-то уже. Да ты что, конечно. Мне, блин, сейчас, у меня закончились все эликсиры, ребята. Это, блин, сейчас были последние, по идее. Мне надо где-то их гринди теперь идти. Что меня накаляет. Нельзя вот, не знаю, на таком этапе, но могли бы сделать, блин, что их можно уже покупать. Проклятие, как мы могли проиграть, сражаясь вдвоем против одного? Я ненавижу признавать поражение, но ничего не поделаешь. Бросай играть в самурая, остановись, ниндзя. Мастер Ханза примет тебя с распростертыми объятиями, а может и не примет. Че, еще один бой? Школа Ига? Ниндзя клана Ига используют боевые техники и навыки, отточенные многими поколениями воинов. Мы с Акацу сразимся с тобой, дабы испытать твои умения и техники ниндзя. Докажи мне, что ты способен превзойти наши древние традиции. Чего? Опять? Та же самая миссия, только теперь у них, наверное, здоровье будет овер до хера. Это все, что вы сделали? Вы добавили две одинаковые миссии? Чё это за дерьмо? Ну круто. Просто замечательно. Ну ты гениально просто. Эликсиры мы не поднимаем пока. Окей, Акацу первая пошла. Ну да. Там кто-то еще пришел на помощь, круто. Но пока не лезь, них эликсиры падают, что не может меня не радовать. Так, жахнем для смелости.
О-о-о, вот это сейчас будет плохо. Да ну ты брось! Что может быть лучше? Достали уже. У меня уже Анзин скоро так сопьется, блин. Иди сюда. Ну, конечно же, блин! А, ну да. Ну вот она пол хп, половину полоски за удар, блядь, вы чё?
Ну, конечно, давайте в том же духе. Нижняя стоечка. Нет, 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 нет. Так, все, пока живем. Все окей. Ну, теперь поехали с тобой. С тобой будет попроще все-таки. О-оу, о-оу. Тихо, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Чего, блядь? Вы чего?
Все, ребята, я это сделал. Это было нечто невероятное. Я не знаю, нахрена так делать, я не понимаю. Ладно, ты прекрасно себя показал, Уильям. Я своими глазами убедился в том, что ты способен стать преемником духа клана Иго. Эх, не был бы ты чужаком. Угу. В общем, это какая-то дичь уже. Я уже боюсь, блин, что меня ждет дальше. Так, область такая. Ну, вроде как здесь только одна миссия. Но какая она по сложности, я даже не представляю. Ну давайте, два мастера, опять, да? Говорят, тебе мало было побить старика, ты еще и Ягу победил, правда? Ты, может, слышал, что он частенько мерился техниками со своим другом, Камидзуми Набуцуной? О, как тебе такое, не хочешь ли сразиться сразу со мной и Ягу? Не думаю, что тебе потребуется много усилий, чтобы выбить палочки из рук двух стариков. Короче, суть в том, что вот этот вот босс, да, который сейчас будет, они были в додзе. Ну, вы сейчас, в общем-то, их увидите. Я хотел их отдельно показать, теперь уже не вижу смысла, потому что там бои, блин, ну, довольно простые. Я надеюсь, что здесь тоже будет, блин, не супер сложно. Потому что я уже реально заколебался. А, вот честно, задолбался уже со страшной силой. Давай, погнали. У меня аптечек достаточно, пришлось фармить. О, да, сейчас, походу, дело будет боль. Ну да, хана мне. Все-таки это будет боль, ребята. Ну я не понимаю, ну все 10 миссий, все, блин, в основном во всех фактически, блин, два босса сразу. Ну что это за идиотизм, ну серьезно, что ли? Подожди, подожди. Ну, в принципе, здоровья у них мало, поэтому я думаю, довольно быстро с ними расправлюсь. Только одного убрать, а потом со вторым будет гораздо проще. Они несложные. Все, один готов. Ну все, это изи еще, да. Но хоть что-то меня радует сегодня. Мне кажется, что это не последняя миссия в этом месте. Потому что там еще есть пара мастеров. Ладно, хорошо. Что меня ждет дальше? Как мы срудоки яри собаки. Сасуна но хитокото же. Вот только не копьем, я тебя только что завалила топором. Все, уходим отсюда. Хо-хо, браво, признаю поражение, вспоминая свою молодость. Мы с Ягой даже вдвоем не могли справиться с Камидзуми. Поверить не могу, что в моем преклонном возрасте мне довелось скрестить клинки со столь же сильным воином. Я рад, что дожил до этого дня. Ну, открылась очередная миссия, то есть мне такое ощущение, чтобы то же самое, что и позапрошлой. Нам стало известно, что ты победил великих мастеров различных боевых техник. Пора проверить, насколько эти слухи правдивы. То есть сейчас надо будет сразиться со всеми мастерами этих техник. Я не знаю, надеюсь, что не одновременно, потому что это будет полный идиотизм уже. Но если по очереди, окей, это будет достаточно просто. Но если они будут подвое нападать, ну это, блин, это 4 босса подряд. Это сумасшествие просто полное. Давай. А, по одному, хорошо.
Нет, нехорошо. Я что-то расслабился даже слегка. Да, по одному. Окей, это будет просто. Первый готов. Следующий. Ну давай, 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 давай. Уже почти второй готов. Второй готов. Следующий. Ну хотя бы по очереди, вы понимаете? Тут шансы есть. Но не, блин, не по двое же, не по трое. Очередной готов. Кто дальше? Ага. Тихо, подожди, вот сейчас надо быть поаккуратнее. О-оу-оу-оу. Так, давай, 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 давай. Надо лечиться, потому что это очень опасно. Сейчас проиграю, придется сначала начинать. Так, он бафнулся, это плохо. Есть очередной повержен. Кто следующий? Ну, это будет просто достаточно. И последний. Ну уже? Нет, наверное, с этим будет посложнее уже. О-оу-оу, нет, 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 да блядь!
Почти уже, ну уже. Последний. Попал ты, друг мой. Тихо, главное, чтобы стамина была полной, потому что, ну, он, видите, он ваншотит, когда это самое. Сбивает не все. Почти уже, давай. Так, держим полоску ХП полной. Это было неплохо. Отходим, отходим. ХП полная. Немножко осталось. Все. Охренеть, окей. Но это было не супер сложно, но, блин, все равно тяжко. Давай. Конечно, впечатляюще. Пошли. Мы побеждены и склоняемся перед тобой. Твое мастерство не уступает мастерству Набуцуне. Ни один воин нашего времени не сравнится с тобой. Окей, то есть все, я прошел, осталось только последнее дополнительное задание и последнее сюжетное. Хорошо, ребят, следующая часть Нио станет последней. Я сейчас буду пробовать проходить вот эту вот миссию, ну потому что я не знаю, как ее пройти, просто не знаю. Даже я дохожу, бывает, без проблем до босса, они какие-то слишком лютые. Короче, ладно, как пройду, я выложу сделаю очередную серию. Спасибо, что смотрели, я надеюсь, вам, ребят, понравилось. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать, даже подписываться на канал. На Google Plus и Twitter, там вся информация и новости канала. Также подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции. На дополнительный канал, там выкладываются записи, трансляции, если вы пропустили. На сегодня все. Давайте, ребята, всем пока.